Хей, йоу, гейс, с вами Миша Мики, мы продолжаем проходить игру по названию The Messengers. Так, мы нашли какую-то серебряную рощу. Мне нужно туда попасть, но я не знаю, как это провернуть. Ладно, знаете что? Окей, окей, я не буду пытаться туда залезть. Надо, а потом мы сюда вернемся и посмотрим. Ой, фу, пронесло. Вот это пронесло меня просто. Вау, 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 вау. Да ладно. Ну ладно. Серьезно? Камон, окей. Ой, тихо. Отлично. Чего? И как вы это представляете? Ладно, 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 ладно. Просто бревно, оно быстрее падает, чем я. А чё я... Я туплю и туплю что-то. Тихо. Да ладно. Три хп. Три хп. Три HP. Ага, класс. А можно узнать, как мне это... Ладно, уж не надо. Я думал чисто по деревьям прыгать, но... Ладно, норма. Отхильте мне до конца. До конца отхильте. Ничего. После локации к там... Сейчас чихну. Ни хера мне идти. Фу, ням-ням-ням. Сдыхаем. Хэштег почти сдох. Ай, кайф. Чтобы не мешал по мне. Ты издеваешься? Ой, фу, тут доски появились. Я уже подумал, ага. Так, давай, лети. Ух, а вот здесь вот жестко. А вот это вот жестковато. Отлично. Сохранялка, прошу. Отлично. Мне что-то нужно об этой локации знать? Походу нет. Схалк, на самом деле здесь в игре... Мало очень. Я даже не вспомню, какие уже были. Я помню, несколько, кажется, одна или две было.
Так. Поехали. Ага, хпшенька. Фу-фу-фу. Давайте так попробуем. Ага. Дальше вот это. Нифига, мне что-то игру не сломало, походу. Так. Вперед. Фу-фу-фу. Сейчас еще все правильно нужно сделать. Правильно еще плюс и сдохнув при этом. Блэм. Туда-сюда-туда. Да, поехали. Почти сломал. Так. Бац. В такие двери нужно постоянно заходить, когда новая локация. Ладно. Так, погнали. Так, продолжить. Что же сейчас будет? Я просто отходил. Звук силы. Окей. Не попасться. Полетели. Хил. Прямое попадание. Так, сейчас здесь немного не понял. Ага, все, понял. Так. Кажется, сейчас начнется, да? Потому что опять дают хил, звездочки, чатик после этого уровня.
Да, нет, но боюсь, прошлое этого места может по-прежнему влиять на его будущее. Проклятие сильнее, чем кажется. Если появится возможность пройти из светлячка, сделай это. Так о чем ты хотел спросить? Сейчас будем светлячка проходить, вот что сейчас я сделаю. Сейчас будем проходить светлячка. Добро пожаловать в это светящее роще, гонец. Но кто ты? Я... Промотария бабочка, воплощение красоты. Подойди ближе, у меня есть для тебя подарок. Будь осторожен. А, промотарь не так... Не так, кем она кажется. Бля, там какие-то кры... А, летучая мышь. Видишь, у нее вселился отвратительное чудовище, и ты должен освободить ее от этого зла. Прочь, ничтожество. А, ну же, гонец, подойди ближе. И умри. Бля... Эхолокация. А что, ты так атаковать, да, не можешь? Полетели? О, это типа зона будет все меньше и меньше? Это мне не нравится. Ай-яй. Ух ты ж ё. Тихо. Тихо. Ступеньки, делай. Окей, поехали дальше вверх. Бабочка пролетарий. Ух ты ж ё-моё. Окей. Окей. Поехали. Вода просто упал в воду и сдох. А, вот это мне фигня не дамажит. Когда я возвращаюсь... Прошлое у меня этот меняется, да, окей. Сюрикен я заюзаю на второй стадии. Давай, поехали. Ай-яй. Она на меня не косает, видите? А не, все-таки я остаюсь с этим херовой вещью. Давай, летай, подлетай. Сейчас дам сильную. Гамьюк, улетел. И сейчас будет самая лаз жопа.
Давай, давай, отвали. Где? Где это волшебная моя? О, пронесло. Что, с той стороны будешь, да? Отлетай, ближе, ближе. Отлично. О, отлично. Невероятно! Я, наконец, свободна? Как долго все это длилось? Слишком долго, я совершил ошибку. Я думала, что от... красота спасет мир. Спасибо, Ганнет, что освободил меня от этой гинили. Можно ли считать это уроком, мол, внешность обманчива и никогда нельзя встречать по одежде? О да, ты сорвал эти слова с моего. Постой, у бабочек вообще есть языки? В любом случае, ты оказал мне неоценимую помощь. Позволь одному из моих светлячков сопровождать тебя в течение путешествия. Увидишь, когда дело твое будет плохо, они тебе пригодятся. О, ты получил волшебного светлячка. Отлично, он достаточно силен, чтобы снять мелкие проклятия, а также может использовать в барьере против сил зла. Как же ты напоминаешь мне монахиню, которая когда-то спасла меня. Интересно, что с ней стало? Впрочем, прощай, гонец. Можно, знаете, что сейчас сделать? Если она там еще осталась. Мняхиня. Пойти к мняхине. Монахиня. Бля, я не знаю, как правильно сказать. А, не суть. Нам нужно все равно возвращаться за кружочком силы. Мне нужен кружочек силы. Так. Ага, нашел. Здрасте. Полетели. Но я не хотел в цветок залетать. Ух ты ж, ё. А ну. Полетели. Уехали. Раз, два. Да, по идее все получится. Так, отлично. Камень силы получен. Так, все исследовано, все открыто. Окей. А, не суть. Если я все получил. У нас еще есть с вами одна закрытая локация. Но. Во-первых. Отправляемся сюда. Тут не очень далеко. Где эта лава была? Ладно. Мне нужно огребное полистилен где-то. Ну,
Так. Наверх. Я просто не помню, где этот чудик у меня находится. Бля. Забыл последовательность кнопки. Кнопок. Ай. Так, ну в тёмнку я уже сходил, по сути. И где это вообще лава? Подождите, мне нужно понять. Силы зла. Карта. Не здесь. Вот. Мне в гребной нужно идти. Нужно было тогда через горы херячить. Ой, бля, ладно. Тут далеко идти. Давайте я вниз спущусь, короче, да и все. Поехали, поехали. Быстрее, быстрее. Так. Мне нужно сюда. А где мне шаманов найти? Ну, все-таки в том замке разрушенном, где мне нужно последний челик, чтобы он мост построил, не? Так, я иду правильно? Пожалуйста, скажите, что я не тупанул. Прошу. Скажите, что я не тупанул. Пять. Я заблудил. Стоять. Где у нас была лава? С этой, да, снизу ж лава была. Ох, манать. А пойми еще куда идти. Вот оно, вот это и место. Как мне светлячков вызвать? А как иначе? А как иначе? О, немного не пойму. Чертенок. Помоги мне понять. Как мне вызвать вот этого? Он достаточно силен, чтобы снять мелкие проклятия, а также может использоваться для борьбы против сил зла. Для снятия проклятия мне нужно идти к девке. Девка у нас в временной локации была. Временная локация, стоять. Ладно, давайте на Верочку спустимся туда вниз.
спустимся туда. Нет, проклятие мы можем с той девки. Вот если здесь была бы летучая мышь, а тут летучей мыши нету. И туда не забраться. Пу-пу-пу-пу-пу. Ауч. Это я сейчас откуда буду бежать? Ладно. Ау. Может, мне вот здесь нужно было проскочить, но тогда, блин, ладно. Хотя... Да не, фу-фу, невозможно. А хотя... Их его знает. Сейчас попробую. А теперь вернемся обратно. И посмотрим. Ага. Не, нихера. Нет, нихера. Так, в прошлое возвращаемся, бежим. О, хил, на единичку хотя бы. Бил хотя бы на единичку. Так, готово. Так, здесь у нас босс. Мы сейчас развеем чары, попробуем. С помощью светлячка. А ну. Эй, это же монахиня, что много сотен лет назад привела параматерь бабочек, чтобы та восстановила рощу. Похоже, на нее наложили тлетворные чары. Поможем ей? А ну, интересно, даст она мне что-то взамен? Блин, я сейчас сдохну, я не знаю, я не могу дышать. Так, где мои капельки? Тяжело дышит. Что случилось? Первобытный страх, он... Сделай глубокий вдох, милая монахиня. Может, ты стала жертвой проклятия игл? Что ты здесь делаешь? С пламенной бабочкой все хорошо? Все в порядке, ты можешь расслабиться. Но сколько долго все это было? А это топь, что я натворила? Мне необходимо увидеть пророка.
Так, это пророка, то есть кого? Так, она отправилась в этот мир, еще не видела гонцов сильнее, чем ты. Она правится, этот мир еще не видел гонцов сильнее, чем ты. Пророков. Она не видела пророков. Каких пророков? А могу я понять теперь, куда мне идти? А, пророков имеется... А как мне вниз спуститься? Я сюда хочу спуститься, как мне туда попасть? Я по лаве не могу ходить. Ладно, погнали тоже к пророкам. Ходьба туда-сюда. Чел, блин, мне нужна твоя помощь. Я не могу пройти. И где она наша сюда шла, не? Как мне отправиться обратно? Брат. Ладно, давайте, короче, здесь остановимся, посмотрю еще, что можно сделать, и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока.